В Сочи съехались муфти всех северокавказских республик, а также Саратовской и Ростовской областей. В качестве приглашенных в работе форума участвуют представители Русской Православной Церкви и государственной власти. Цель форума – поднять вопросы интеграции российских мусульман в систему социальных институтов, бизнеса и гражданского общества. Планируется обсудить и межконфессиональный диалог. Чтобы люди понимали, что в религии созидательное начало. Там нет вражды. Если есть вражда, там нет религии. Вот это надо четко различать. Государство российское, оно тысячи лет живет в таком симбиозе нескольких религий. Живешь же стабильно. Какие коллизии испытало российское государство? Выжило, выстоялось? Сочи был выбран местом проведения не случайно. Это многонациональный, многоконфессиональный город. И для многих регионов является примером добрососедства. На сегодняшний момент можно сказать, что город Сочи является одним из наиболее, по нашему мнению, толерантных муниципальных образований, где очень мирно и, скажем так, во взаимодействии все конфессии представлены и проводят свои, скажем так, те же самые событийные мероприятия. Работа форума рассчитана на 3 дня, а также его участники соберутся на пятничную проповедь.